Спецпредставитель ООН Роберт Серри вернулся в Киев из Симферополя, где его миссии в Крыму помешали неизвестные. Серри прибыл в автономную республику для оценки обстановки на полуострове. Первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон заявил журналистам, что автомобиль посланника был остановлен вооруженными людьми, которые приказали ему покинуть Крым и ехать в аэропорт. Кто именно задержал Серри, Элиассон не уточнил, отметив лишь, что это была группа из 10-15 человек. Тем временем в Крым приехала делегация ОБСЕ во главе со спецпредставителем по Украине Тимом Гульдиманом и комиссаром по вопросам национальных меньшинств Астритом Торсом. В Крыму побывала и представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дунья Миятович. Группа местных жителей встретила миссию ОБСЕ «Демонстрация протеста». Манифестанты перекрыли вход в отель «Украина», где проходила встреча Миятович с журналистами.